Еще раз привет, мои дорогие. День продолжается. Посмотрела погоду. На ближайшую неделю дождей нет. Видимо, дожди увезли мои дорогие в Мурманск. Ой, ну слава богу, господи. Но правда будет жара. Тридцатка. Ну, у меня просто... И я-то чего? Потом ведь начну ныть. Жарко, дышать нечем. У меня просто сейчас забота, что надо много очень белья перестирать. Вот. В прошлом видео обещала вам Сашу показать. Сейчас покажу, как она похудела. Вот, а сейчас покажу. Костя вчера снял крышу, что он все доделал. Это так, можно сказать, отчет перед вами. Мне понравилось, так здорово сверху, прикольненько. Вот, сейчас вам покажу. Что ж, пропадать видео, что ли? Ну, оно же коротенькое. Вот. Ну, прям разгуливается погодка, разгуливается. А у меня и цемент-то не сохнет никак. Мне надо его доделать, собственно, осталось-то покрасить. Ну, высохнет, да покрасить. Все из-за этой погоды, все затянулось очень. Ну, надеюсь, сейчас высохнет после обеда. Вот, а дальше пока не знаю планы. Сейчас пока еще не определилась. Ну, мне фактор, что мне надо ехать на почту. Леночке Михайловой надо отправлять. В прошлый раз ездила, не отправила. Вот надо съездить. И молоко кончилось у меня. А как же цикорий-то пить без молока? Мне невкусно. Да и за интернет надо платить. Ладно, в общем, я вам сообщу. Бутылочку надо доделать от текилы. Да буду начинать Оксане делать украшения. Так, надо сходить наверх, посмотреть. Костя все вещи поставлял тут. Так они повезли же. Танюшка же накупила этих цветов в горшках. Вот. Их же тоже надо было. Да накупили там детского. Господи, как будто Мурманске нету. Так. Ну ладно, уберусь тут. Все нормально будет. Вот так вот. Звонят мои хорошие. Интересуются, долетели нормально. Все ли хорошо. Сейчас вот Толик позвонил последний. А я все думаю, что я в Черноморском очень мало людей знаю. Но это я общаюсь так. Постоянно. Всего с двумя, скажем так. Люди-то
есть хорошие у меня. Так, ну что, еду я сейчас в город. На почту, да за молоком, за сигаретами надо сходить. Хорошо, ветерочек, не жарко. Вот он пошел, сейчас вернется и поеду. Ну, а обратно столиком, потому что 2 часа мне делать нечего в Черноморском. Так, пойду полюбопытствую. Мне нужны перламутровые бусы. Мне не хватает. Ну, таких, как монетки. Я хочу сделать, но весь истратила. Вроде бы много было у меня так. Вот сейчас посмотрю. О, телеканал Крым-24. Что-то у нас делает. Нет у них таких бусин. У них есть с такими отверстиями, которые из них ничего путного не соберешь. Ой, господи, эти батюшки мои. Батюшки мои. Ой. Так, ну тут нет, тут не бывает. Тут нижнее белье, да детское. Вон как палатку развернули от солнышка. Так. Ну ладно, еще приеду, похожу там на променаде, посмотрю. Ломят они, конечно, за них. Боже мой. Ну, а что делать, когда? Когда нужно, и больше негде взять. Да, девчонки, а потом продаешь в убыток себе. Ну, мне же, если приперлось сделать, меня же ничего не остановит. Леночка отправила. Отправила. Тёмой золотой. Тё такой чернявенькой. Господи, как же вот в маске и так-то противно. А уж когда вот душновато, ну просто. Того гляди, сознание потеряешь. Так, что мне ещё надо? Сейчас соображу. Ой, просто невыносимо. Просто вот постояла сейчас в тенечке. 5 минут. Уже все ноги комары искусали. Вот они, эти дожди-то, сырость. Просто вот днем это жрут. Там какой-то в парке праздник идет. Не знаю, по какому поводу, но я не пойду. Там. Вот. Дома у меня дел очень много. Да и не спавший я. Прям. Вот к обеду оно начинает чувствоваться. Цветут. А у меня дома зацвела акация ленкоранская. Мы уже вчера практически в темноте с Таней увидели. Днем, главное, не было. А когда начало темнеть,
появились цветочки. Сейчас я приеду, вам покажу. Вот она, акация ленкоранская. Но здесь она уже давно цветет. Вот. А у меня вот только зацвела. Такая, пушистики такие. Сейчас Толик приедет за мной. Вот и все мои покупки. Ну, мне, собственно, надо было бандерольку отправить. Да за интернет заплатить. Ну, и купила 2 огурчика, потому что у меня помидоры есть. Вот так вот. И семечки очень люблю. Зубов нету, так я так пальцами поковыряю. Ладно, приехала. Вот дела. 20 минут прошло. Я только успела, погрела супчик у себе, поела. Думаю, это самое. Ну, встала чайник включить. Думаю, а что-то так темно-то за окном. А тут вон чего. Еще и гроза идет. От метеорологи. От, блин, за что деньги получают? А? Не обещали никакого дождя сегодня. А я уж обрадовалась. Сейчас бегом-бегом занесла под крышу. Ой, и молния сверкает. Занесла под крышу белье, которое сохло у меня. В надежде на то, что не будет дождя. Смотрите, как двигается быстро. О! Так, пошла-ка я в дом рыбоньки. Ну его нахрен. Судьбу испытывает. Вы гляньте, какой ветер-то поднялся. А я еще говорю, вот, слава богу, у нас нет такого. Ой, как в Сочи, как в Ялте. Фиг его знает, может, вот и пришло. Ой, не дай бог. Так, все, я закрываюсь. Птицы ошалевшие полетели куда-то. Просто с такой скоростью двигается туча эта. Смотрите, как дом темно. Только свет бы не вырубили, интернет не вырубили бы. А то придется, правда, спать ложиться. А я только ночью слушала. Мои уехали в аэропорт. Я слушала, Иринка мне там рассказывала из Сочи. Что у них там было, как она стояла и стекла держала. Полило. Ух ты, ветер-то какой! И дождик-то какой косой прям. Ой. Ой, все серое стало. А куда черная девалась туча? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, что-то мне кажется, натворит дело. Ой, какой ветер-то! Ух ты! Ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Да, как бы тоже окна не пришлось держать. Смотрите, прям дождик какими-то этими, как метель. Это да. Смотрите, что творится.
Это здесь, значит, залило все. Не справлялся этот. Ливневка не справлялась. Все это вон чего пошло. Тут как будто проходил какой-то великан, и все вот это так фигак ногой. Откуда этот пакет прилетел? Ой. Смотрите, как все помяло. В углу главное. Да. Посмотрим. Ничего не поломало там. Ленька, и что ж тебя так как-то? Вон, видите, ливневка. Не уходит вода. Помогло розам облететь. Этим ветром все пошибало. Сегодня день, можно прям так и назвать, ничего не предвещало. У Ларисы Табашниковой тоже ничего не предвещало. Вдруг вечером вчера пропала собака. У нее их там много собак. А это, она говорит, старенькая, вдруг заболела, вдруг там и территория у нее большая. И вот она ее там в темноте с фонарем искала, там по кустам лазила, искала эту собаку свою. И нашла. А эта старушка родила двоих. Вот так вот. Ничего не предвещала. Говорит, а живота не видно было. И у нас ничего не предвещало. Никакого дождя. Ой, ну ладно, когда так. Помогло розам облететь. Этим ветром все подшибало. Сегодня день, можно прям так и назвать, ничего не предвещало. У Ларисы Табашниковой тоже ничего не предвещало. Вдруг вечером вчера пропала собака. У нее их там много собак. А это, она говорит, старенькая, вдруг заболела, вдруг там и территория у нее большая. И вот она ее там в темноте с фонарем искала, там по кустам лазила, искала эту собаку свою. И нашла. А эта старушка родила двоих. Вот так вот. Ничего не предвещала. Говорит, а живота не видно было. И у нас ничего не предвещало. Никакого дождя. Ой, ну ладно, когда так. Шишки опять все от дождя съежились. Ой, комары летают, жрут. Ужас какой-то. Пойду штаны длинные одевать. Уже всю искусали. Видели вот эту капусту, девчонки? На улице жара, я вся мокрая. А что делать? Комары, ну, сожрали. Ну, и таскаю это белье несчастное. То под крышу, то из-под крыши. Господи. Девочки, как жалко этим ураганам, видите? Самую длинную ветку с виноградом, длиннющую, сломала. Ой. Ну, а что, ничего уже не поделаешь. Так, ну что, вот отмываю. Девчонки, два ведра грязи вымела. Вот теперь надо вот это вот всю эту срань господнюю, прости мою душу грешную. Все это надо
Там вот у меня дырка под стеной и застревает все это дело. В общем, вот, и заодно поглядываю Ларису Табашникову. Кстати, я думала, у меня у одной комментарии пропадают. Нет, девочки тоже возмущаются и обижаются. Пропадают, исчезают комментарии. Мне кажется, это Ютуб что-то херовничает. Никак не знает, как нам уменьшить заработки, которых и так нету нифига. Ну, в общем, обидно. Мне потому что писали люди, Любовь Николаевна, оставила вам комментарий хороший, и почему-то он удален. Вы, что ли, заблокировали? Да зачем же мне блокировать хорошие комментарии-то? И Ларисе вот то же самое, и другим девочкам. То же самое происходит. Полное безобразие, короче говоря. Ну ладно, буду домывать. Никак мне не дают окунуться в работу, понимаете? Никак. Постоянно какие-то препоны. Ну что это? Ну а что делать, мыть-то надо. Вот единственное, покрасила вот эту. Вот эту, вот это кашпо, и покрасила вот эту вот бутылочку с пальмой внутри. Но это буквально тут, вот это 5 минут, и это 5 минут. И белье не сохнет, нифига. А он, видите, у меня на всех стульях. Ой. И там, ой. Ну ладно. С этим разобрались. Беремся за что-нибудь другое. Тут конь не валялся. По всему участку вот это намыло листья в грязи. Черт-те что. Но я хочу сказать, слава богу, что так. Хорошо, что у нас нет гор. И не вот это вот, как в Сочи. Ой, не в Сочи, господи, в Ялте. Камни с грязью тоннами на людей валились. Это ужас. О, видите, мне Костя сделал, что я теперь смотрю YouTube свой и на улице. На экране, на большом. Вот так. Ой, Костя столько сделал. Это просто не передать. Я говорю, купил мне вот эти шланги. Они не закручиваются. А если даже в петлю закрутились, то он сам, как живой, потихоньку раскручивается. И насадки на них. Ну, у меня два шланга с этой стороны и с той стороны. Но насадка одна. Вот, ну, я ее просто меняю, она там щелкой все снял. И это не те насадки, которые вот раньше мы покупали, там по 500 рублей, которые месяц и все, выкидывай. И не надо бегать кран перекрывать, самое главное. Выключенная вот эта насадка сама. А кран открытый. А то вот я бегала по участку тут, включала, выключала. Ой, Кость, дай бог тебе здоровья. Господи. Столько прям дел хороших наделал вообще. Я говорю, купил мне вот эти шланги. Они не закручиваются. А если даже в петлю закрутились, то он сам, как живой, потихоньку раскручивается. И насадки на них. Ну, у меня два шланга с этой стороны и с той стороны. Но насадка одна. Вот, ну, я ее просто меняю, она там щелкой все снял. И это не те насадки, которые вот раньше мы покупали, там по 500 рублей, которые месяц и все, выкидывай. И не надо бегать кран перекрывать, самое главное. Выключенная вот эта насадка сама.
А кран открытый. А то вот я бегала по участку тут, включала, выключала. Ой, Кость, дай бог тебе здоровья. Господи. Столько прям дел хороших наделал вообще. Ну что, мои дорогие, вот такое получилось кашпо. Вот я по выпуклым местам прошлась черной красочкой. Ну, под цветок, под этот. Вот такая красота получилась. Вы знаете, мне самой даже понравилось. Что бывает не очень часто. Вот и вечер. 8:30. Подходит к концу мой первый день в одиночестве. Ну, я, честно говоря, особенно и не поняла даже сегодня. Что-то крутилась туда-сюда, туда-сюда. Тихо, конечно, тихо. Месяцы 10 дней был шум и гам, а тут тихо. Ну, я включаю телевизор погромче. И вроде не одна. Не знаю, посмотрим, что будет дальше. Хотя дел-то навалом, и скучать-то мне некогда, конечно. Мне когда говорят, вот, будешь скучать. Да что скучать-то, от чего? У меня дел-то дофига. Одиноко мне. Это разные вещи. Ну, Сашке говорю, Саш, приезжай. Где не до этого. Ну, ладно. Вон как красиво. Солнышко как за облаком. Ладно, мои лапуськи. Пошла я сейчас поужинаю. Да пойду в дом, потому что уже днем-то комары жрали. А сейчас уже вообще начинается что-то страшное. От влажности, от этих дождей прям роем комары эти. Давайте, мои золотые, не болейте, не грустите, не переживайте. Плюйте на все, берегите здоровье. Ладно? Давайте, пусть все будет хорошо. Пусть завтра ничего не болит. И особенно то, что сегодня болит. Давайте, мои дорогие, хорошего вам вечера, спокойной ночи. И до завтра. Я вас целую, обнимаю, лапоньки. Давайте, пока-пока, мои хорошие. Пока.